На что влияет наш выбор? Кому белорусы доверили будущее государства? И кто будет участвовать в управлении страной? Это «Мой выбор». Я Роман Костюков. Давайте разбираться. Единый день голосования сплотил белорусов. Явка составила 73,9%. Самый высокий показатель в Могилевской области – 77,3%. Избирательные участки встречали людей самого разного возраста, социального положения и рода деятельности. Всех объединило одно – забота о будущем. Выбор, который мы сегодня делаем, он очень важен, потому что мы сами в первую очередь создаем свое будущее. И это зависит от каждого из нас. Чтобы не кто-то за нас принимал решение, а мы сами были ответственны за тот курс, который мы выбираем. И я сегодня все-таки супругой, я голосую за свою семью, за будущее своей семьи, в спокойной стране, без войны, в состоянии мира и развития. Я считаю, что мы должны свое будущее поколение тоже посвящать в выбор нашей страны и для нашего будущего. Я вообще голосую со сталинских времен. Старый, я голосовал. А голосовал я вообще приехал из России. Вот, там голосовали, были голосования. А здесь я уже 25 лет. И каждый раз я хожу, голосую. Мне, дано такое право мне. Я этим правом воспользуюсь. Участие в едином дне голосования, конечно же, принял и президент. Свой гражданский долг глава государства традиционно выполнил на 481-м избирательном участке, который называют также участком номер один. Расположен он в Университете физической культуры. После белорусский лидер начал общение с журналистами. Темы самые разные. Попытки беглых дестабилизировать обстановку внутри Беларуси, военный конфликт на Украине, сотрудничество нашей страны на площадках ЕАЭС. Свой выбор я сегодня основан на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому кроме профессионализма должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. Глава государства убежден, избранные абсолютно надежные, толковые люди, которые понимают, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов, даже самый радикальный, у беглых в Беларуси не пройдет, подчеркнул Александр Лукашенко. Турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы для белорусского, россияне, китайцы для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. Выборы покажут. Вот любые выборы, в том числе наши недемократичные, ответят на многие вопросы. Но об этом потом мы поговорим, я своим журналистам и желающим потом свои выводы выскажу. Вы правильно сказали, у нас сегодня заканчивается голосование. Вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели и не увидите. Потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Ответил глава государства и на самый ожидаемый вопрос. Будет ли он баллотироваться в президенты в следующем году? Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси. Короткое уточнение вашего высказывания по поводу участия в предстоящей через год кампании. Это официальное заявление или это официальное предупреждение с учетом того, что сегодняшнее голосование, по сути, это старт вообще новой избирательной архитектуры и, будем откровенно, нового электорального цикла длительного. Спасибо. В том, что это вот электоральный цикл, и что нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогея всего. Я уже много говорил об этом, и журналисты вот только что задавали этот вопрос, ваши коллеги. Поэтому это и есть цикл. Официально, неофициально, какой вопрос, такой ответ.
По-моему, я ответил так, как задали мне вопрос. Ну, а если надо конкретизировать, то я вам абсолютно серьезно и искренне скажу. Ничего нового пока сказать не могу. В ходе первого в истории страны единого дня голосования избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламент претендовали 265 кандидатов. За мандаты депутатов местных советов поборолись 18 802 человека. Центр избирком озвучил предварительные результаты. Хочу поблагодарить всех граждан, которые приняли участие в голосовании, в едином дне голосования. Поблагодарить большую команду наблюдателей национальных, международных наблюдателей, волонтеров. Особые слова благодарности членам избирательных комиссий, системе здравоохранения, всем тем, кто обеспечивал безопасность во время проведения избирательной кампании. Могу назвать фамилии депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Бобруйский, Ленинский, округ номер 78, Жук Ольга Николаевна. Бобруйский, Первомайский, номер 79, Приходько Оксана Игоревна. Бобруйский, Сельский, номер 80, Каранкевич Антон Михайлович. С нашего выбора начнется формирование органов представительной власти. Далее, 4 апреля, на заседаниях депутатов местных советов уже нового, 29-го созыва, будут избраны 56 членов Совета Республики Национального собрания. Еще 8 назначает глава государства. Не позднее 18 апреля будет сформирован высший представительный орган власти – Всебелорусское народное собрание. Президент выразил благодарность всем наблюдателям от стран СНГ за объективную оценку, за дружественные отношения к народу Беларуси, за такой доброжелательный характер наблюдения, что очень важно. Для нас не было задачей искать какие-то недостатки и потом, значит, критиковать руководство Беларуси, органы Беларуси, что уже, к сожалению, западники успели сделать за якобы отсутствие демократичности. Наверное, вы слышали, и мы сегодня об этом с президентом говорили, обменялись мнениями, что пресс-секретарь Госдепартамента уже заявил о том, что выборы прошли в обстановке страха в Беларуси. Ну, я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение. Так. Ну, еще поражает, что я, поскольку работал в Штатах, и знаю, значит, разницу во времени, 8 часов, здесь еще выборы не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит о том, что выборы недемократичные, что они прошли в обстановке страха. То есть, когда он говорил вот эти слова, в Вашингтоне спали, еще не могли знать, так, какие результаты выборов. То есть о предвзятом подходе западных наблюдателей тут, мне кажется, даже и спорить не приходится. Это уже очевидно. И вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИДа, не приглашать западных наблюдателей. Почему? Потому что объективной оценки от них ждать не приходится. А то, что оценка прошедших выборов объективные со стороны наблюдателей СНГ, мне кажется, говорит и тот факт, что я общался с руководителем миссии ШОС вчера, уже после завершения голосования, мы с ним знакомы, пообменялись мнениями, у них оценка тоже идентичная. Они сегодня ее изложат официально, но нас радует то, что мы совпали в оценках такого спокойного, хорошо организованного проведения парламентских выборов и местных выборов Республики Беларусь. Делегатов выдвинут представители всех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной, а также местные советы депутатов и представители гражданского общества. Именно эти люди от лица всех белорусов будут участвовать в управлении страной, разрабатывать законы, давать оценку работе правительства, определять основные векторы развития государства.